Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов. Я простыми словами объясняю сложные вещи, которые важны прежде всего для долгой, здоровой жизни. И я все это не сам придумал. Так говорит современная наука, в которой лично я вижу самую надежную опору, в сочетании, конечно, со здравым смыслом. Сегодня тайны инопланетян. Поехали! Что? Какие тайны инопланетян? И как это может быть связано с долгой и здоровой жизнью, а? Сейчас я вам расскажу. Вот космонавтов часто спрашивают, не видели ли они НЛО? Александр Лазуткин, работавший на корабле «Союз-ТМ-25» и орбитальной станции «Мир», говорит, что и правда, встречал нечто странное. Я там увидел один объект, он медленно двигался так параллельным курсом. Неприродная такая штука летит, неприродный предмет, там не астероид какой-то. Я даже попытался там до него расстояние определить, это не получалось. Что, звучит зловеще? А дальше я вам еще больше скажу. Нередки непонятные видения в горах. Об этом рассказывают альпинисты. Выходим на такой гребень, довольно высоко. Внизу в тумане видно большую тень, шевелящуюся, очень похожую на человека. И мы очень испугались. Подумали, что это за необычный там неопознанный объект, НЛО, я не знаю что. Ну а как объяснить происхождение Стоунхенджа в Англии? Это очень загадочное место. Некоторые из этих глыб весят по 50 тонн. А ближайшее место, где их можно добыть, находится в паре сотен километров отсюда, в Уэльсе. Как же интересно, люди 5000 лет назад смогли все это доставить сюда. Дело ясное, что дело темное. В Стоунхендж я ехал, предварительно созвонившись, с очень интересными местными людьми. Вот, например, Мария Уитли. Она зарабатывает тем, что водит экскурсии по мистическим местам. Первым делом она меня привела даже не в Стоунхендж, а неподалеку, в Эйвбери, где тоже стоят древние камни, большей частью, правда, уже растащенные на постройки. Так вот, она убеждена, что это ни много ни мало заправочные станции для инопланетных кораблей, которые вот здесь буквально сосали энергию из нашей планеты. В подтверждение Мария прикладывает к камням металлическую рамку, которая начинает таинственно отклоняться. Если мы возьмем Стоунхендж и свяжем его с пирамидами, Мачу-Пикчу и другими древними памятниками, мы увидим глобальную сеть, объединяющую такие места силы по всему миру. А еще, говорит Мария, вокруг Стоунхенджа много странных захоронений людей с непомерно длинными головами. И что самое интересное, все они были убиты. И я думаю, в какой-то момент истории, около 2500 года до н.э., была борьба за влияние, и длинноголовые ей проиграли нашим предкам. Надо признать, что останки людей с удлиненными черепами и правда находили неподалеку. И это, по мнению уфологов, четкая отличительная черта пришельца. Ведь люди такими не бывают. По этой же верной примете жители моей родной Челябинской области 20 лет назад опознали инопланетянина в существе, которого нашли в поселке Каолиновый и назвали кыштымским карликом Алешенькой. На НТВ вышел целый фильм о нем, и там есть весьма наглядные архивные кадры. Осмотр существа, проведенный в полиции, тогда милиции. Потом, правда, его останки куда-то пропали, и ходили слухи, что их то ли выкупили, то ли выкрали японцы. А недавно что-то подобное нашли теперь уже в Южной Америке, в пустыне Атакама. Ну как тут? Не поверишь в НЛО? Да, я верю в НЛО. Мы никогда не были одни. И, может быть, даже созданы кем-то. Оттуда. В Англии я познакомился еще вот с этим колоритным человеком. Уфолог Басти Тейлор прославился тем, что фотографировал и продавал в журналы загадочные круги на английских полях. Что у него творится в голове, это не передать. Его веру в пришельцев не подрывает даже то, что одного из создателей этих кругов на полях он вообще-то знает лично. Местный житель Мэтью Уильямс честно во всем признается. Давно, еще в 92-м году, мы с друзьями стали делать рисунки на полях, чтобы посмотреть, будут ли люди верить, что это дело рук пришельцев. Дело пошло, и с каждым разом рисунки у нас получались все лучше. Некоторые даже говорят, что излечиваются от болезней, когда их осматривают. И, добавляет Мэтью, во время создания кругов он не раз видел нечто странное, какие-то серые тени. Уильямс сейчас зарабатывает тем, что опять делает круги уже ради рекламных съемок. Ну, то есть, чувствуете,
вера в неведомое и бизнес очень удачно сочетаются. Вот еще один пример такого рода, там же в Британии. Филипп Мантл, писатель и сценарист, мечтает о голливудской славе, говорит, что сам видел НЛО. При этом он отстаивает чистоту уфологических рядов и разоблачает тех, кто что-то фальсифицирует. Вот что он мне рассказал. Смотрите, это кадры документального фильма под названием «Вскрытие пришельца. Авария НЛО в Розуэлле в 1947 году». По убеждению уфологов всего мира, там, в небольшом американском городке в штате Нью-Мексико, разбилась летающая тарелка, и был обнаружен ее экипаж. Филипп же доказывает, что якобы подлинное видео на самом деле снято постановочно. Он говорит, что достоверно установил. Роль пришельца сыграл манекен, изготовленный известным ему мастером киношных спецэффектов. В общем, они импровизировали. Использовали то, что нашлось на прилавке у местного мясника. И ногу прожгли у манекена, чтобы было похоже, что пришелец побывал в аварии. Но, в общем-то, теперь в моем рассказе наступает время разоблачений. Каждое видео с НЛО или инопланетянами имеет при внимательном рассмотрении логическое и очень приземленное объяснение. Стоит только его поискать. Например, история с кыштымским карликом Алешенькой и его названным братом-гуманоидом из Атакамы тоже была исследована учеными. Ученые Стэнфорда исследовали всю ДНК так называемого гуманоида и пришли к выводу, что около 60 мутаций присутствуют в образце, которые связаны более чем с 20 генами, которые могут отвечать за характерный внешний вид, то есть изменение черепа, недостаточное количество ребер и короткий рост. Соответственно, данный организм является человеком, но со множественными генетическими пороками. Причина – сильное отравление матери ядовитыми веществами на ранних сроках беременности. Предположительно, нитратными удобрениями, которые производились рядом с местом находки. Последствиями генных мутаций стали преждевременное старение, нарушение синтеза коллагена и костной ткани у младенца. То есть инопланетянин — это на самом деле человеческий плод, только сильно мутировавший. Такие же пороки развития, очевидно, были и у Алешеньки из Челябинской области, останки которого до ученых не дошли, но им точно известно, что Кыштым соседствует не только с вредными производствами, но и с восточно-уральским ядерным следом, ведь там рядом находился взорвавшийся химкомбинат «Маяк». В судьбе длинноголовых людей из Стоунхенджа тоже нет тайны. Этот феномен встречался на протяжении веков у самых разных народов. Антропологи неизменно обнаруживают у длинных черепов, которые на самом деле находят в захоронениях, явные признаки искусственной деформации, когда матери туго бинтовали головы новорожденным. Считалось, что это защищает от падений. В некоторых доисторических культурах для верности еще и дощечки приматывали. Постепенно череп приобретал пугающе необычную форму с современной точки зрения. И перетаскивать на расстояние тяжести древние люди тоже умели. Ученые даже реконструировали такие действия с участием добровольцев. Очень наглядные документальные кадры из фильма «Секрет Стоунхенджа», который выходил на канале National Geographic. Ну а тех, кто уверен, что наши предки ничего не могли без машин, исследователи насмешливо называют «немогликами». Не надо презрительно относиться к предкам, они могли еще и не то. А вот чем на самом деле оказался неопознанный объект из гор, то живое и огромное, что испугало альпинистов. Это такой эффект атмосферный, что называется эффект Гало, когда сзади тебя находится солнце, и это солнце проецирует твою тень на это облако под тобой. Да, оптическая иллюзия. И ей же объясняется то НЛО, которое видел на орбитальной станции космонавт Александр Лазуткин. Я понял, что это. Это летел обычный болт. Я понял, что человеческий глаз, если он не может определить расстояние до объекта, то он его может и не узнать, и принять его за все что угодно. Ну, раз такая пошла интересная тема, покажу вам еще кое-что. Вот это наблюдали недавно сотни тысяч жителей Калифорнии. Как тут не задуматься о вторжении пришельцев? А на самом деле в этот день была запущена ракета «Фалькон». В России свою лепту в веру в НЛО регулярно вносят космодром Плесецк. Например, загадочные светящиеся шары над Ямалом недавно оказались следствием запуска баллистических ракет. Выхлопы, расширяясь, образовали ровные круги, освещенные солнцем, и были видны за сотни километров. Увы, наука говорит нам, нет ни единого серьезного свидетельства того, что мы когда-либо контактировали с инопланетянами. Я не могу вырваться!
Да и вообще, существуют ли они? Жизнь на других планетах теоретически возможна. Да. Но ее пока никто не видел. По крайней мере, доказать этого не сумел. И те, кто верит в НЛО, либо заблуждаются, либо откровенно мошенничают. А, да, я вам еще обещал рассказать, как такая вера связана с долгой и здоровой жизнью. К сожалению, люди, которые рассказывают про инопланетян, обычно делают не только это. Они ведь основывают свои верования на полном или частичном отрицании науки, на том, что продажные ученые всех обманывают. В итоге получается, что врут-то нам не только про НЛО, но и про лекарства, и про вакцины. Увлекаясь всеми этими теориями, люди отказываются лечиться от СПИДа, прививать себя от коронавируса, а детей от кори. И распространители уфологических бредней нередко, по сути, являются серийными убийцами, про которых у меня не найдется ни одного доброго слова. Ведь жизнь они портят вовсе не только себе. Сохраняйте здравый смысл и прислушивайтесь к науке. Она может посоветовать много полезного. Я Сергей Малоземов. Смотрите мои программы «Живая еда» и «Чудо техники» на канале НТВ в 11 утра по выходным. На эти же шоу можно подписаться и на YouTube. Для его зрителей ссылка в описании на моем канале. И там же есть путь к моим книгам, в которых я собираю последние научные данные о том, какая еда здоровая, а какая нет. Для зрителей в Инстаграме это ссылка в шапке профиля. Здоровья вам! Удачи! Увидимся!